Всем привет! Я собралась на улицу сегодня. У меня два дела. Ну и солнце, которое там у нас сегодня. Сейчас покажу вам, какие у меня дела. Во-первых, у меня вот тут в сумочке еда для кошек, которую я неделю копила. У меня там суп рыбный, хлеб немножко, остатки, которые я не доела, есть не хочу. Я его этим супчиком еще у меня там... В общем, для кошек самое то. В прошлый раз они у меня и хлеб, и яйца, и все съели, поэтому в этот раз я им все складываю в холодильнике. И вот накопилось у меня такой туесочек, собрала, сейчас отнесу. Покажу вам солнышко наше сегодня с утра на балконе. Смотрите, какая красота у нас. Три дня не было, и вот наконец. Ну, вы думаете, что у меня на балконе ничего нет? Нет, есть. У меня вот петрушка выросла и кинза. Кинзу я купила и немножко подсыпала там зелени, земли, и тут она у меня пока вроде сидит. На улице очень тепло, солнце, а я убралась и выхожу. Сейчас будет вам репортаж с берега. Покрасили, он весь блестит, он новый-новый. Смотрите, у него даже новые ботиночки. Вот такой вот у нас мальчишка здесь стоит. Ждет уже приезжающих на море, новых отдыхающих. Ну, а я уже пришла в парк. Все сегодня цветет уже. Вот буквально несколько дней я не выходила. И уже все цветет почти. Ну, небольшие вот эти деревья, конечно, каштаны там разные. А именно мелкие вот эти вот сливы разные. Они уже все в цвету. Несколько дней солнца не было. И я на улицу опять не выходила. Еще у меня причина была не выходить. Я занялась тут немножко уже более плотно своим портфолио и сделала несколько работ, простеньких, конечно, самых простых, но потихонечку начинаю, и начинать-то надо же все-таки, и надеюсь, со временем они у меня будут уже интереснее и интереснее. Выбираю макеты, какие мне больше нравятся, и на основе этих макетов делаю для своих знакомых и близких небольшие такие сайты-визитки. Сделала сайт своей крестницы. Она занимается продвижением страничек в соцсетях. Фотограф начинающий тоже. В общем, сделала ей небольшой такой сайтик, портфолио. И еще один сделала небольшой сайт-визитку для мастера по мелкому ремонту, мастер на час. В общем, решила я такое сделать. Думаю, что таких людей у нас много, есть такие небольшие ателье, есть некоторые небольшие фирмы, которые занимаются таким ремонтом, есть люди, которые занимаются маникюром там или что-то еще там по красоте. В общем, вот такая вот сайт-визитка. Может подойти любому человеку. То есть можно менять и фотографии, и тексты, и написание, и немножечко местами менять. Но, в принципе, они все похожи сейчас. Если вдруг кому-то нужна такая будет сайт-визитка, которую можно отправить просто по WhatsApp. Не обязательно будет заходить где-то в какие-то группы и посмотреть, чем вы занимаетесь, что предлагаете, ваши услуги. То можно сделать вот такой сайт-визитку. Так как не у всех есть, например, группы какие-то там ВКонтакте или Одноклассники, или еще какие-то другие, где обычно выкладывают свои работы, то вот такой сайт-визитка, он заменяет все это.
Потому что, вот, например, у мамы, у моей нету контакта. И если я ей какую-то ссылку ВКонтакте сбрасываю, она там уже толком не может посмотреть. Ну и другие тоже. Не все же сейчас себе устанавливают такие приложения. А этот сайт, визитка, открывается, можно сказать, сразу, элементарно. И поэтому там можно выложить свои какие-то работы и услуги. Так что, если кому-то нужно такие небольшие, простенькие сайты, обращайтесь, буду рада, если что-то для вас придумаю. Вот поэтому я сидела неделю, где-то делала, исправляла, удаляла. И два вот, получается, уже у меня есть под конкретных людей. Ну, еще есть у меня, конечно, типа моего портфолио. Там я свои старые работы выложила, тоже можно зайти посмотреть. Ну, там еще совсем с первого курса работы, поэтому тоже они, не сказать, что прям уж очень хорошие, но я стараюсь их, думаю, буду доделывать, переделывать потихонечку и приведу в порядок. Так что ссылочки в описании. Сейчас найду, где побольше кошек, где поменьше народу, то мне неудобно, чтобы смотрели. Вот я покажу вам море немножечко сегодня. Какие волны. Волнуется. Тут корабль сегодня один. Смотрите. Обычно то три стоят, то два. Сегодня один. Хорошо, когда солнце. Приятно. Забыла, где же я кормила этот раз? Вон там где-то. Где они бегают? Все закрыто пока что еще. Ведь, а вот нашла местечко. Сейчас я тут и вывалю. Они обычно здесь вот прячутся, на солнышке греются. Вон уже их несколько тут спряталось. Смотрите. Сейчас дам им тут покушать. Вот они тут пригрелись, да? Вам бы пригрелись здесь. Вот вы тут живете. Сейчас я вас покормлю. Все, вот выложила им. Двое уже. Сейчас еще прибегут. Кушают вот уже. Так что пусть едят. Какие-то они подранные все. Так и мусорка у меня образовалась. Сейчас я найду мусорку, выброшу. Так мне нравится все-таки наш пляж. Хорошо, когда нету этих, как их, водорослей. Я специально баночку не стала им оставлять, потому что она потом в мусор улетит. Я сейчас, я им на землю прям, думаю, нормально, они все равно с земли едят. А если им... Если в баночку сбросить, то получится, она потом летать будет. Тоже мусорка. Я сейчас это все выкину сразу просто. Вот. Мусора и так хватает из моей баночки. Сейчас поеду в магазин один, мне надо съездить. Я хочу, давно собираюсь, но все никак выбраться не могла. Сейчас вот как раз здесь сяду на автобус на какой-нибудь, дойду до остановки и поеду.
кажется, велосипеды-то куда-то делись, пока я на них собиралась прокатиться. Их убрали. А я все думаю, вот, пойду, давно не замечала, что нету уже их, оказывается. Видимо, в зиму они, наверное, не прижились. Зачем их осенью поставили? Видите, вот нету ни одного велосипеда. Жалко. Куда делись-то? Ну вот. Ну ладно, что ж, не судьба, видимо. А я пошла на остановку. Решила тут сейчас сесть. В сторону мне надо Медонрудника поехать. Пахнет. Вот уже. За 15 прям уже вот они скоро, наверное, аж прям что такое, почему такой дорогой? А 5 штук в пакете за 15. Угу. Виноград водка. Красная смородина, белая смородина,
Это гибрид. Класс вообще, красота. Перекушу, у меня сейчас урок в 3 часа, и я опаздываю. У нас тут вот дом уже почти построили, вот, так что вот такая у меня прогулка получилась. Сходила кошек, покормила, съездила в Бриколаж, мне надо было посмотреть там веревку, но там цены дорогие на веревку. В общем, все, домой подхожу уже. Так что всем пока-пока.